Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Меня зовут Наталья Жижко. Я художник, и в этом сезоне я оцениваю ваши работы. Хочу сразу сказать, что очень много красивых, креативных, талантливых работ, что очень усложнило выбор. Но все же для себя я отметила несколько художников, чьи работы меня впечатлили больше всего. Итак, Кузнецов Владислав. Прекрасный пейзаж «Лавандовое поле». Ален Кормаков, «Лесная фея», «Холст масла». Браво, отличная работа. Лена Кравченко, вы очень талантливый художник, обе работы замечательные. Маркова Даля, «Подых лита», «Гуашь», но мне очень понравилась легкость и акварельность вашей работы. Ольга Иванкина, «Зима», замечательный зимний пейзаж. Власова Юлия, «Лолита», представлены три работы, но это просто чудесное, браво. Аскет Джавадов, «Осенние цветы». Очень яркая, легкая и профессиональная работа. Ирина Кран, «Мечтательница». Все работы замечательные. Юлия Федотова, «Сон самурая», «Бронза литье». Очень тонкая и профессиональная работа. Анна Савина, «Бескрайные просторы Якутии». Скульптура очень масштабная, впечатляет. Виктория Лагунова, «Лысый кот». Браво, очень яркие и легкие работы. Ален Кормаков, «Тита», графика, прекрасная работа в карандаше. Яна Соколова, компьютерная графика, работа со смыслом, впечатляет. Шапошникова Юлия, «Вичутя», чудесная абстракция. Владимир Романов, очень милая и нежная работа куклы, спасибо. Таяна Шумов, «Старик», браво, чудесные работы. Итак, хочу поблагодарить всех участникам конкурса, пожелать им дальнейшего вдохновения, успехов, всего наилучшего. До новых встреч!